Первым делом комиссия по проверке пожарной безопасности проходит в кабинет директора, но по пути уже начинает интересоваться исправностью средств пожаротушения. Когда весной проводили учения с присутствием ваших товарищей, они рекомендовали все-таки вот так заклеивать. Да, почему? Потому что ключи некоторые просто будут бить, не разобьют. Дальше их надо вынуть и поставить. Первая часть проверки – оценка документации, которая регламентирует все аспекты противопожарной безопасности. Сотрудники МЧС тщательно исследуют все данные. Впрочем, они здесь не в первый раз, и директор организации совершенно не волнуется. Спокоен, все планово, все хорошо. Ну, конечно, недостатки какие-то, как вот сказали, могут найтись, глаз замыливается. Хорошо, укажут, устраним. Каких-то серьезных нету, потому что события последние сподвигли к тому, что еще раз все посмотрели, проверили, поправили. Поэтому спокойно, все нормально. Торговый центр относительно небольшой, здесь 38 арендаторов. В здании расположен крупный продуктовый магазин и ресторан быстрого питания. Одновременно во всех помещениях находится от 60 до 100 человек, сотрудников и покупателей. Проверкой документов инспекторы остались довольны. Первое впечатление более-менее положительное. Это связано с тем, что на данном объекте уже проведено за последнее время две проверки, в том числе после прошедшего пожара в прошлом году в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня». Были проведены неоднократные инструктажи и тренировочные эвакуации с персоналом с данного объекта, с данного торгового центра. Оказана и практическая помощь, теоретическая помощь по подготовке документов. Следующий этап – беседы с арендаторами и сотрудниками коммерческих организаций, расположенных в торговом центре. Прежде всего проверяются знания о действиях работников при возгорании. Ну, насколько я знаю, нужно выдернуть кольцо. Чеку, да. Да, шланг. Только непосредственно трубку надо держать на конечник, потому что подавление. И нажать. И нажать, все правильно. Давайте. Расстояние пойдем выдержать, какое до очага возгорания. Не менее 1,5-2 метра, чтобы не получить у нас ожог. Сотрудники МЧС проводят проверку совместно с представителями общественности. Каждый действует в рамках своей юрисдикции. Мы, как гражданские лица, проверяем те моменты, которые, соответственно, гражданские лица и могут проверять в рамках общественного контроля. Это, как я уже сказал, наличие световых указателей, огнетушители, насколько захламлены или открыты, соответственно, пожарные выходы, эвакуационные выходы. Вот. А сотрудники МЧС уже по своей профессиональной деятельности проверяют документацию, а также как бы инструктаж арендаторов. Подобные совместные проверки сотрудников МЧС и общественников запланированы и в других организациях Ленинского района. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.